Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 19 июня. Оперативное командование Юг сообщает о том, что Россия переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот, пытаясь минимализировать потери в море. Сейчас в готовности к ракетному удару 28 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» на двух надводных ракетных кораблях и трех подводных лодках. Также на выполнение боевых задач три больших десантных корабля. Об этом сообщает Владислав Назаров, офицер оперативного командования Юг. Вот такая, друзья, обстановка. Угроза ракетных ударов очень высокая. Также есть угроза высадки десанта. Друзья, спонсор данного видео — компания Parimatch. Подготовила для моих подписчиков хороший бонус. Поэтому обязательно проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и забирайте свой бонус. Сейчас без 10:07. На данный момент в Одессе, в Одесской области все спокойно. Прилетов и взрывов не было. Последняя воздушная тревога была в районе 4 часов дня. О ней я уже сообщал на своем канале. Я на связи, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!